Ну что же, уважаемые друзья, всем большой привет. Мы с депутатом Государственной Думы Анжеликой Егоровной Глазковой сегодня посетим исправительное учреждение, исправительную колонию номер один, да? Правильно? Да. Номер один. ИК номер один. Анжелика Егоровна, что скажете, что ожидаем от этой встречи сегодня? Ну, вот это уже третья колония, в которую я еду. Мы хотим посмотреть условия содержания заключенных, осужденных, вот, и на предмет соблюдения прав человека посмотрим, поговорим, может быть, нам получится с кем-то переговорить, задать вопросы и руководству, и, может быть, осужденные с нами захотят пообщаться. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Все. Все, следите за нашим репортажем, мы вам все сейчас покажем и расскажем. Вы знаете... Обычно мы сначала к руководству приезжаем, все проговариваем, потом уже идем в колонию. Герои Родины. Как героями нельзя стать слишком быстро. Герой лишь тот, кому неведом страх. Время героя. Обычно ты кажешься прошлым. Сегодня день напоминаний. Да, у нас такой же.